Меня зовут Елена Коваленко, я ведущий бриллиантовый директор компании BioSim. Сегодня я проведу такой прямой эфир небольшой, просто потому что хочу поделиться эмоциями, показать подарочки, которые мы привезли с ассамблеи. Мы с мужем вернулись сегодня ночью, прилетели из Москвы и возили с собой нашу доченьку, которая скоро родится. И ассамблея – это было такое грандиозное мероприятие, посвященное 5-летию компании, у нас юбилей. Компания прошла самое-самое, наверное, считаются первые 5 лет в MLM-компании – это те годы, когда компания проверяется на стойкость и на прочность. Могу сказать, что компания это с достоинством выдержала, она зашла в 8 стран уже за эти 5 лет. И развивается со стремительными результатами, очень быстро. Как это видно? Это видно по товарообороту, это видно по лидерам, сколько их было много, как растет наша команда, потому что если 2 года назад мы приезжали на первую нашу ассамблею, мы были сами, только с нашими спонсорами. В прошлом году от нас было где-то около 10 человек, то в этом году людей было намного больше. Я, кстати, не считала, но я думаю, что где-то около 35 человек из нашей команды приехало. Причем приехали люди с разных городков, с разных уголков и Казахстана, и Беларуси, и России. И вы знаете, я хочу поделиться вот этими впечатлениями, когда ты людей знаешь, потому что ты с ними общаешься онлайн каждый день, это твоя команда, ты людей видишь только на видео, только на фото, когда ты начинаешь встречать этих людей, обниматься, целовать их и обмениваться вот этими положительными эмоциями, энергетикой, это просто чудесно. И столько слов благодарности за один раз ты можешь услышать только когда собирается вся твоя команда, и ты понимаешь, что ты не зря живешь на этом свете, и не зря строишь бизнес, и действительно ты причастен к тому, что у этих людей есть развитие, что эти люди добиваются успеха, что эти люди видят то, что никогда в жизни не видели, и их мечты сбываются. Это я не просто свои слова передаю, я передаю слова людей, которые в чатах лично, да, они на сцене, они рассказывали о том, как сбывались их мечты благодаря тому, что они пришли в этот бизнес, что благодаря тому, что они пришли именно в нашу команду, и это такое счастье на самом деле. И ради этого стоит стараться, ради этого стоит, потому что очень много слов благодарности. Именно потому что мы показываем пример. Мы показываем, что в этом бизнесе есть результат, есть хорошие чеки, есть хорошие подарки, много чего. Да? И поэтому я рекомендую каждому из вас не просто прожить эту жизнь, а действительно стараться быть лучшим в том, что вы любите, в вашем любимом деле. Делайте, показывайте людям результат, показывайте то, что это реально, потому что многие после ассамблеи, вот даже девчонки приезжали с мужьями, мужья, которые не верили в этот бизнес. Что там, кошка? В туалет пошла. Она любит. Так вот. Мужья, видя наш пример. Кэти, давай, шоркай. Я же Кэти. Чтоб на меня было внимание. У нас тут грибы. Грибы от этого. Меня слышно? В общем, мужья этих девчонок увидели, что этот бизнес приносит результаты, приносит хорошие деньги. Они сказали там, что надо делать, давай-ка мы вместе это сделаем. Это очень круто, потому что, к сожалению, многие девушки бросают сетевой бизнес, потому что мужья просто не верят. Они говорят, что это лохотрон, что это разводняка, что здесь денег заработать невозможно. А кто, как не спонсор, покажет пример тому, что реально все в этой жизни и на самом деле... Мы показали это нашими большими чеками.
И было очень круто, когда мы вышли на сцену, нас поздравляли с закрытием статуса ведущий бриллиантовый директор. Причем мы стояли рядом с нашим вышестоящим спонсором Эльзарой Меметовой, ее тоже поздравляли с таким же статусом. Это было очень круто, когда стоишь ты, стоит твой спонсор. Ты понимаешь, что благодаря вот этому человеку где-то когда-то он показал своим примером нам, как нужно двигаться. А мы теперь, в свою очередь, можем показывать это своим людям, своим примером. И получается, что ты запускаешь такую, скажем, волну успеха. И люди, которые ее подхватывают и не опускают руки в какие-то моменты, когда их хочется опустить, а они бывают в жизни очень часто, к счастью или к сожалению, да, но кто-то из этих моментов выносит уроки и продолжает двигаться дальше, а кто-то все бросает. И вот я именно тем людям хочу сказать, которые бросают, не делайте этого, пожалуйста, потому что потом можно очень долго жалеть. Вы понимаете, что каждое ваше падение должно быть причиной еще большего взлета. Поэтому, если вы где-то упали, если вы где-то чувствуете, что сдуваетесь, позвоните своему спонсору, если вы в MLM-бизнесе, или поговорите со своими близкими, друзьями, с тем человеком, который вас поддержит. Ну, а теперь я поделюсь такими материальными моментами, да, я хочу сказать, что, ну, первое, с чем нас поздравляли, это с тем, что мы закрыли с мужем статус ведущий бриллиантовый директор. Это очень крутое достижение. Произошло с нами буквально за один год. Надо показать, а вот и муж красавчик. А вот и муж, да. Оператор на данный момент. И всем, у кого есть такая возможность вести бизнес вдвоем, как семейный, я рекомендую ее никогда не терять этот шанс, потому что это круто, вас это сближает. И вы становитесь, наверное, еще более одним целым. Муж и жена, одна сатана, это точно сказано. Ну, мы ангелы, конечно, но не сатаны. Мы одно целое, мы поддерживаем друг друга. У нас больше, чем семья, у нас дружба, жвачка. Любовь. Жвачка. И жвачка. Одна на двоих. Так вот, нас поздравляли с этим статусом. Потом выходила наша команда, говорила нам слова благодарности. Вот. Вот такой вот подарили нам сертификат, да, ну, это само собой, плюс мы получили классный чек, там, мы его оставили, такие большие штуки, картонные, но мы сфоткались с ними, и мы их, конечно же, из Москвы не везли, потому что это очень долгая история, но можно увидеть в интернете 19 тысяч евро премии суммарно, да, за год мы получили прошлой ассамблеи. Потом мы выиграли такую, тоже не выиграли, а заработали премию, которая называется «Профессионал». Это уникальная премия, которая есть только в нашей компании. Дается на каждые полгода всем, кто достиг уровня «Сапфировый директор». Просто за полгода 1% полностью от товарооборота структуры начисляется вам, это как такой бонусик, да? Это 238 тысяч рублей, еще к этому бонус был. А потом от компании мы в этом месяце получили автомобиль, о котором мы давно мечтали, потому что мы хотели кроссовер и выбирали между BMW, Mercedes'ом и что-то еще мы хотели, смотрели, да? Все. Все? Ну, в общем, BMW у нас стояла вот на первом месте, наверное, а на втором Kia Sportage. Мы выбрали Kia Sportage, потому что, ну, не знаю, но мне кажется, более такой интересный покатались. И более стильный такой. Мы покатались и на том, и вот все-таки наше сердце легло Kia Sportage. В нашей компании можно выбирать вообще любую машину, любой марки. И наша машина стоила почти 2,5 миллиона, и компания нам ее подарила. Круто. Ну, теперь компания выплачивает с кредита, объясни. Да, ну, то есть, ладно, про условия расскажу позже, это интересно, это тот, кто уже захочет машину, я расскажу все, потому что долгая будет история. Вот, через год мы уже планируем брать от компании квартиру или дом, мы сейчас тоже понимаем, что лучше, потому что и такую возможность дает наша компания. Мы выиграли также две путевки в Испанию, такие нам смешные, прикольные футболочки подарили, которых мы должны были быть на конференции в Испании, да,
но мы туда не поедем, потому что уже в Испанию нам не надо. Мы отдохнем в Крыму, у нас в Крыму тоже хороший отдых, а следующая конференция у нас будет следующий год на Кипр, и туда уже мы точно поедем. Само собой, мы также в феврале должны ехать в круиз в Сингапур, Таиланд и Малайзию. Ну, малышке будет 5 месяцев, наверное, муж поедет сам. Там палец показываешь, я тоже хочу ехать. Но ребенок дороже. Ладно, у нас еще будет куча всяких поездок. А через год поездка в Доминикану у нас. Ну, тогда уже мы точно вдвоем. Малышек оставим бабушкам и поедем. Вот. А наши люди из нашей команды, они поедут. Сегодня они вылетают в Испанию на жемчужную конференцию. Каждый год у нас есть такая конференция в разные страны. И мы за них держим кулачки, они будут снимать сторис и показывать вообще, как там круто. Семейные пары тоже две. И еще была очень крутая штука на ассамблее. Был розыгрыш 5 путевок на двоих в Париж. И девчонка выиграла из нашей команды, Катя Афоня, она вообще в шоке была. Приехала с мужем, который не верил вообще в этот бизнес. И он был тоже немножко в шоке. Они потом пришли к нам в номер. И муж говорит: так, что тут делать надо? Мы тоже хотим, как вы. И мы рассказали, и теперь ребята будут крутые вещи творить в Нижнем Новгороде, так что можете обращаться, все, кто из Нижнего Новгорода, я направлю вас к этим ребятам, они расскажут вам, как нужно круто строить бизнес, потому что у них планы еще грандиознее наших, я думаю, и они всего добьются, это очень классная пара. Так, рассказала вам про вот это, да, ну и нам представили новый каталог. У нас в каталоге всегда очень стильные, современные, куча всяких новинок. Ну, кому интересно, посмотрите. Из печки прям ночью привезли. Из печки, да. Они еще, их еще нигде нету, этих каталогов. Они недоступны к заказу, а у нас вот уже есть. И новые такие всем дарили, да, кто приходил на ассамблею, вот такие масочки. Новые супер альгинатные маски, которыми пользуются у нас все косметологи, они пищат. Так, это что у нас? Гремит. Значки. Значочки. Почему у тебя их 3? У кого-то скоро значок. Подарили. Два пакета. Раздвое. Тебе, мне и еще один пакет давали для Дарины. А, Дариночки подарили. Дариночки мы просили. Так, и что еще? Значки. Это я еще показала. Да, так как мы с мужем семейная пара. У нас вот за достижение нового статуса дарят вот такие золотые значки. Золотой значок с двумя бриллиантами, так как мы закрыли. Кэти уже играет. Ты уже играешь со вторым значком? Да, вот их два. Ламурная кошка золотом играет. Так и живем. Вот такие вот значочки дарят нам на каждое мероприятие. Вот, а вот это вот еще один подарок от компании. Это iPhone X. Новенький. С печечки. Мы его еще не распаковывали. Давай распакуем. Что-то. Ну, давай распакуем. Ну, это... ладно, долгая история. Долгая история, да. Ну, в общем, у мужа уже X есть, а у меня была семерка. Была семерка. И я вот теперь тоже буду с айфончиком. За нашу работу хорошую нам подарили такой айфон. Кстати, девчонка, которая привезла нам, наша девочка, тоже из нашей команды, из Казахстана. Вот она нам привезла маленький презент из Казахстана такой. Сладости. Будем сегодня с чаем их употреблять. Как зовут? Зовут ее Кенджи Кения Сбаева. Классная девчонка. Она всего год в сетевом, она была в одной лет. Компании, ей 39 лет. Ты чё? Каких 39? Ой. Мать. 29, я извиняюсь. А выглядит она на 23, она такая хорошенькая красотка. Пришла в компанию 3 месяца назад. Трое детей. Я сказала, что трое детей.
Это наставление всем мамочкам, у кого по одному ребенку, кто говорит, мне некогда, я не успеваю. Так вот, эта девушка пришла в команду к нам 3 месяца назад. И буквально с 3 месяца она открыла статус сапфировый директор. И она получила не один такой айфон, 7 айфонов. Нет, мать, ты еще сейчас... Ну, 5. Да, 5. Она могла бы получить 7, если бы она захотела там айфончики, но она взяла 3 икса. Дайте я 8. Расскажу. Если бы, скажи. Она взяла 1/10, ага, для мужа. Умная женщина для мужа. А потом взяла себе 8 и 3/6 айфона. Она подарит 1 дочке и 1 кому-то еще, и 1 разыграет среди своей команды. Представляете, какая она молодец. Вот, да. Ну, я беременная, мне можно ошибаться. И было очень приятно, что вот такое вот колечко она нам подарила. Красивое очень. Причем размер даже угадала. Муж подсказал. А, это ты подсказал? Я думала, у меня люди в команде. Я же знаю, недавно тебе покупал. Очень было приятно. И у нее было столько эмоций, потому что она, во-первых, первый раз в Москве, очень хотела увидеть Москву, погулять по ней. И она уже суммарно, вот она открыла статус сапфира, через 5 месяцев она суммарно 10 тысяч евро получит. Вообще круто. А, еще она написала заявление на автопрограмму. Через 3 месяца работы. С нее через 5 месяцев еще и автомобиль будет. Это будет автомобиль по Казахстану разъезжать. Мамочка в декрете с 3 детьми. С 3 детьми, да. Вот, так что... Огромная благодарность, и вообще такой крутой человечек, нам она очень понравилась, и вообще я, ну, как бы никогда раньше не мыслила, что в других странах у меня будут партнеры, и это круто вообще. У нас. Вот. А ее спонсор прямой, Леночка Смирнова, которая золотой директор, тоже подарила такую штучку прикольную на память. Сейчас я ее вытащу и прицеплю. Но спряталась. Что будет секретом для вас? Нет. Вот такую брошечку, которая приносит удачу. И она нам ее принесет обязательно. Леночка, спасибо тебе большое. Лена Смирнова — это человек, который пришел в нашу команду 1.5 года назад, чуть больше. И она мне до этого был, по-моему, 1 месяц опыт в одной компании сетевой, очень неудачный, и это мне понравилось. Она пришла к нам, у нее тогда было ребенку 10 месяцев, и 2 месяца она вообще практически не работала. То есть у меня даже не было мысли, что она станет здесь лидером. И потом человек взял себя в руки и сказал, почему, если другие могут, то я не могу, конечно же, я могу. И все, и у нее как пошел драйв, она стала закрывать статус за статусом. И теперь они с мужем вот летят в Испанию сегодня. Это их первая поездка за границу. Вообще она первый раз самолетом летала. Девчонка молоденькая, 23 года, ребеночек у них, сыночек. И к ней притягиваются очень харизматичные, сильные лидеры. И вообще это круто. И она очень счастлива теперь, довольна. И вот ее поздравляли со статусом золотой директор, вручали ей 2000 евро на сцене. Вот так вот у нас девчонки растут. Вот, а это еще один неожиданный такой подарок от компании был. Именные часы. Привилегированным советом. Да, так как мы находимся в привилегированном совете компании с недавнего времени. Вот, они с паспортом. И написано, что... механизма фирмы Ронда, производство Швейцария. Кварцевые стрелочные часы. Я, кстати, не знаю почему, но я часы никогда не носила. Покажи, что там сзади написано. Они эмблема BFC. Они позолоченные, да, идут? Это да. Золото покрыто. И вот такая вот гравировочка.
Оленка, Елене, честь пятилетия Биоси. Да, вот теперь я при часах. Я не знаю, откуда они узнали, что я хочу часы. Я практически никогда в своей жизни почему-то часы не носила. Не знаю почему, но вот как-то не любила я. А недавно я захотела себе часы. Вот что-то вот я смотрю, все носят девушки так красиво, захотела я себе часики. И Биоси, наверное, чувствует уже нас, что мы хотим. И прям нам все дает. Это чудеса какие-то. Хочешь путешествовать? На машину? На часы? Все тебе на. Сколько она? 19 тысяч евро? Не вопрос. На. Да, и вот я же говорю, мы никогда не думали, наверное, да, не верили в то, что... Ну, когда-то у нас было мнение, что сетевое — это лохотрон и разводняк. Мне кажется, у всех такое когда-то было. Но когда мы сюда пришли и начали видеть результаты, но сначала мы начали видеть результаты наших спонсоров, потому что когда ты видишь результат человека, который еще и живет с тобой в одном городе, не одного, а двух, да, то есть у нас очень успешные спонсоры. И... Только в нашем городе ездит 5 машин уже Биоси. Да, у нас 5 автомобилей уже в нашем городе Симферополе с логотипом Биоси, все разных моделей, потому что в компании можно брать любую иномарку. Это вот как мне недавно кто-то писал из одной компании известной. А у нас Мерседесы дают. Я говорю, так, ребят, мы бы тоже могли взять Мерседес. Но такой, какой мы хотим. То есть нам не нужен был Мерседес. И нам не нужен был... Как это? Седан. Седан нам не нужен, потому что у нас предыдущая машина седан. Мы хотели кроссовер. Почему мы пойдем к вам в компанию, если там дают именно Мерседес? Ну, не хотим. Это раз. Два. Товарообороты. Да, у нас человек с уровня вице-директор может уже получить машину. Вот, Кенже пришла, да, написала заявление через 3 месяца. Пусть это еще не высокого уровня класса машина, но чем выше статус, тем ты можешь взять машину лучше. Понимаете? То есть, хочешь, бери. Ну, все же хотят машину при огромных товарооборотах. Кому-то хочется раньше, да, кому-то очень нужна машина. И вот в нашей компании именно в этом огромный плюс. И что я еще перед этим так говорила? Всем успехов. Короче, муж сказал закругляться. Дочку надо ехать забирать. Да, мы сейчас поедем к бабушкам, дедушкам забирать нашу 5-летнюю дочь Веронику, которая нас... Еще подарок ей надо. ...с зубками ее детскими отпустила, сказала, ну, если хороший подарок привезете, тогда ладно. Переживу эти 2 дня. Вот. А так что я хочу сказать. Во-первых, посещайте, пожалуйста, мероприятия. Да, Кейти? Кейти нас ждала, встречала. Ночью возле меня на подушечке лежала, спала. Да, моя хорошая. Она плакала вчера, когда мы приехали. Плакала, у нее глаза. Да, счастье, девочка. Мявкала. Посещайте, пожалуйста, мероприятия. Я вижу, как зажигаются люди. Я вижу, как люди примерами успешных людей начинают верить в этот бизнес. Это раз. Посещайте, пожалуйста. Второе. Верьте в то, что вы делаете, верьте в ваш бизнес. И делайте это даже не ради себя, а ради того, чтобы зажигать потом других людей, чтобы они потом делали результаты. Потому что это очень важно, это очень круто, когда ты живешь не просто так, а вносишь вклад... для других людей. Это круто. И третье, верь в MLM бизнес, потому что тут есть результаты, тут есть деньги, причем ты не ходишь с утра до вечера, не пашешь как вол, а ты занимаешься этим в удовольствие, кайфуешь, и твой каждый день наполнен вот такими яркими и позитивными, положительными эмоциями. Если есть возможность, делайте это семейной парой. Потому что семейные пары, они, конечно, тоже делают круто, хотя и есть очень много людей, которые в одиночку это делают. Ну, это все уже как ты захочешь. Делай, как ты хочешь. С вами была Елена Коваленко и Владимир Коваленко. Мы вас любим. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.